Всего же сегодня в рядах «Единой России» 110 тысяч кубанцев, и треть из них – это молодежь. В их руках такой ресурс, которого нет больше ни у какой партии в стране, отметил Вениамин Кондратьев. Обращаясь к партийцам, глава региона напомнил, что сегодня от единороссов зависит принятие многих решений даже на федеральном уровне. Партия не дает пустых обещаний. Вот это не только применительно к партии, в целом к тем, кто сегодня занимает какие-то управленческие должности, принимает решения, не давать пустых обещаний, просто не быть болтунами. Жизнь на местах нужно четко сверять с жителями в этих станицах, хуторах, городах, микрорайонах города. Мы не можем быть кучкой по интересам, даже если мы обладаем властными полномочиями или управленческими полномочиями, и сами для себя эти решения придумывать, грубо говоря, и абсолютно не обращая внимания, нужно ли наше решение, нужны ли наши проекты тем жителям, для которых эти решения мы с вами сегодня планируем. В рамках реализации партийных проектов в крае было построено 38 спортивных объектов, появилось 60 новых детских садов, 4000 дополнительных мест в школах. Ряд новых проектов готовят и в следующем году. По мнению главы региона, в первую очередь они должны быть направлены на улучшение качества жизни людей. «Единая Россия – партия жизни, поэтому очень важно, чтобы не только то, что сверху мы реализовали, как я говорил, и сделали эти проекты жизнеспособными, важно, чтобы эти проблемы жизни, которые сегодня существуют, партия могла впитать, саккумулировать и донести до федерального центра, да просто даже до краевого центра, для всех органов власти». Действующие проекты партийцы представили на выставке. Среди них создание безбарьерной среды, новое оборудование в поликлиниках и больницах, поддержка развития сельского хозяйства. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.